Итак, всем доброго времени суток, друзья. Сегодня у нас, так, значит, сегодня какое? Третье число, да? Уже 3 декабря, третий день зимы. Мы в ванной, и вот я решила за собой поухаживать, за кожей своего лица. И думаю, а почему бы мне и записать, да? Показать, как я это делаю. А тут такая доча. Ну-ка, смотрите, как вы думаете, друзья? На кого она похожа? Кто это? Что за персонаж? Кто угадает? А может быть, мы кому-то подарок подарим? Как ты думаешь? Я прям только сейчас это придумала. Мне кажется, легко угадать. Похоже. Ну, давайте первому, кто угадает, первому, кто живет в городе Ижевск, кто приедет в офис, скажу, куда, будет подарочек. Прям только что придумала. Так, ну что, я буду пока начинать, а ты можешь что-то рассказать. Что я могу рассказать? Ну, ты не рассказывай, кто ты, но можешь рассказать, с чем это связано, почему твой имидж сегодня такой. Кстати, сейчас мы собираемся в офис, дочери. Угу. Кстати, Ну вот ты, дочь, отключала телефон, да? Я что-то хотела сказать. Что там, на чем я остановилась-то? Отказала, кстати, всё. А, я собираюсь в офис. У нас сегодня бизнес-встреча с человеком, с которым я когда-то оставляла визитку несколько лет назад. Вот. Итак, чем же я ухаживаю за кожей лица? Есть такая крутая система No Age. Видите, одна точка. Это значит то, что нужно сделать самым-самым первым. Итак, читаем. Очищающий гель, тоник для умывания. Вот. Я сейчас умоюсь. Да? Доча пока нажмет кнопочку. Итак, продолжаем. Итак, у меня встреча сегодня в офисе. Вот я сейчас, значит, поухаживаю за собой. Время вечер, суббота. И умылась. Видите, наверное, видно, да? Лицо сырое. Вот, смотрите, гель. Такая гелеобразная. Гель-тоник. То есть здесь есть уже и гель, и уже тоник. Вот таким вот образом. Одного такого пшика сказать достаточно. Не знаю, почему называла пшик. Обычно так не называю. Ну, ладно. Вот таким вот образом. Умываемся. Это нужно делать каждое утро и вечером перед сном. Вот так вот. Сейчас я это все вот так вот еще делаю, да? Смою, умою. Доча, пока выключай. Итак, продолжаем. Ну вот, я умылась, смыла гель. Очень крутое средство, эссенция у меня закончилась пока. Я его обязательно закажу, и следующий шаг у меня была бы эссенция. Но, в принципе, тут уже и гель, и тоник, оказывается, тут уже все есть. Следующий шаг, да? Шаг номер 2. Смотрим. Вокруг глаз. Для кожи вокруг глаз. Делаем две точки. Раз, два. Это делаю я вот таким образом. Дочь, ты что там? Все нормально с тобой? Все хорошо? Все ок? Нет, все не ок. Не смотрю, что-то ты. Вот. На самом деле, считается, что нужно вот так вот, вот так вот. Только по косточкам и вот этим вот пальчиком. Он самый такой нерабочий пальчик этот. Я делаю вот этим пальчиком. Вот. И прям вот по кости вот так вот. Но я делаю полностью, понимаете? Для меня очень-очень прям крайне важно. Я хочу сама себе все разносить.
и точно знать, что у меня все разнеслось своими пальчиками. Я там не знаю, как это все дело, конечно, работает. Говорят, достаточно просто нанести вот на вот эту верхнюю кость и вот здесь. Но я делаю так. Но так делать не надо. Вы же не Алёна Морозова. Это я могу терпеть, да? Когда бывает очень больно. Будьте как Алёна Морозова. Будьте как Алёна. Ну что ты зеваешь? Не знаю. Так. Вокруг глаз нанесли. Третий шаг. Вот. Три точки. Коллаген – это против морщин. Вот, делаем раз точка, два, три. Иногда я делаю четыре, иногда делаю три. Сейчас я сделала три. Вот, на лобик наносим, который вот сюда вот на нос, да, переходит. Вот сюда вот я делаю, вот сюда вот я делаю. Так. Так как я два раза нанесла на лобик и перешло на нос, мне чуток не хватило. Но ничего. Я же знаю, что там два раза я нанесла. Так. Обязательно вот эту вот зону, да, нужно тоже промазывать. Аккуратненько, нежненько со своим личиком, да? Так, на ручки свои, можно даже без крема обходиться. Так. Без крема для рук имеется в виду. Следующий шаг у нас вот, это сам крем. Так. Вот я как много его взяла. Видите? Очень много. Я люблю всего побольше. Так вот. Так. Так. Вот аккуратненько прям, даже, знаете, совершенно такими... Сначала вот так нужно разнести крем по массажным линиям. Такими, слышите, да? Дочь, слышно? Угу. Похлапывающими движениями. Мы с тобой, дочь, вместе в офис поедем, ладно? Кстати, так понять, что любишься? Не знаю. Давай, веселее. Чё ты? Или у тебя персонаж такой, что не веселый, да? Я не буду говорить. Но... Да, у нас это секрет. Кто угадает? Чё бы сказала? Первым двум, да? Первому одному. Одному или двум? Одному. Переслушаем. Одному ведь. Чем первым двум? Первому, что ли, подарок подарим? Одному человечку? Так, всего да. лишь? Неважно, мальчик это или девочка, у нас есть и для мальчиков подарочки, и для девочек. Любого возраста, неважно, сколько вам лет. Главное, чтобы вы имели возможность приехать в город. Главное, чтобы вы знали этого персонажа. Да, изначально. Далее, второй момент, чтобы вы могли приехать, подъехать хоть на чем в офис. По договоренности, мы с вами заранее договоримся. Вы скажете мне, сколько вам лет, и я подумаю, что вам можно подарить. Это для Ижевска. Так, ну вот и все. Впиталось у меня все. Может, кстати, может, почаще такое устраивать? Розыгрыш, что ли? Не розыгрыш, ну типа, чтобы они угадали, кто я. Ты будешь художеством своего лица заниматься, да? Ну да. Ну, как вариант, почему нет? Почему нет? Так, ладно.
Ну, только напомни об этом, эту идею, затею, ладно? Так, ну вот у меня, смотрите, сейчас лицо у меня впитается совершенно совсем скоро. И, наверное, это у меня последнее видео или одно из последних видео, где вот я прям вот с такими длинными корнями, своими темными волосами. Скоро что-то я обязательно сделаю со своими волосами. Вообще это лай. Да. И вы меня, возможно, не увидите больше с моей култышкой домашней. Она мне самой уже вот здесь стала в последнее время. Ну, только в последнее время. Вот, поэтому что-то хочу менять. А сейчас мы запишем видео. Знаешь, какое, доча? Как я делаю мейкап? Очень легенький. Так я могу сейчас сама мейкап сделать. Поставим камеру куда-то, я тебе буду делать мейкап. Да? А я думала, что я сама себе сделаю. Нет. На твое усмотрение, что ли? Ты видишь, как я красивая делаю? Мы с тобой пойдем под ручку вот так, да? Я бы сказала, как... Два персонажа. Я могла бы себе изобразить кое-как. Я бы сказала сейчас, да, лоханулась бы, сказала бы. Тогда многие бы догадались, наверное. Потому что они знакомые. Понятно. Так, ну все. Будем делать, как доча, что ли, говорит? Да? Ладно. До следующего видео.